Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, 25 апреля, начало стрима, у меня было открыто подарочком от одного из зрителей Warbeast. Спасибо тебе большое, Warbeast, за присланный подарочек. Сейчас откроем, посмотрим, что у нас там внутри. Распаковываем подарок. Да! Мать моя женщина! Чуть не вырвалась, Warbeast, ты чума просто! Друг, это настолько круто! Это настолько круто и настолько дорого, братка! Я не ожидал, серьезно! Дружище, спасибо тебе большое! Я не знаю, честно говоря, какими словами можно передать уровень благодарности. Я очень хотел себе мутанта. Да, пускай это не идеальный танк, но мне так хотелось его себе в коллекцию. Я, честно говоря, кусал себе локти, не знал, как себе его организовать. Братишка, спасибо тебе большое. До дури, до выноса мозга. Просто круть несусветная. Сейчас поеду в первую же катку на прямой трансляции, именно на мутанте. Только мы его настроим. Братиш, спасибо тебе большое. Друзья мои, если вы хотите видеть вот эти вот моменты все вживую, на прямой трансляции, пожалуйста, приходите на прямые трансляции. Как их не пропустить? Очень просто. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и получайте соответствующие уведомления. Я поехал кататься на мутанте на прямой трансляции. А вам, друзья мои, искренне желаю мира и обязательно спокойствия. Всем привет-привет, вы на канале Вот ГСН, у меня сейчас идет прямая трансляция, мы с ребятами засиделись, уже 8 час мы играем в танчики без перерыва, и сейчас на моих часах 2 часа 58 минут ночи, короче говоря, 3 часа. Ну что, могу похвастаться, прилетел подарочек от рвуписечки, он же Нибик, спасибо большое за присланный подарочек, и этот подарок посреди ночи, ну, довольно-таки неплохо ободряет. Ну что, распаковываем, смотрим, что прилетело. Хрена себе, Т2 Light, Т1 Е6 и Т7 Кар. Три коллекционочки, три слота в ангаре, внешние виды и еще американский контейнер, из которого потенциально что-то может выпасть. Спасибо большое. Огромное спасибо. Безумно приятно. Так, Сталкер Бета, обожди меня, пожалуйста. Нам надо американский контейнер открыть. Глядишь, сейчас там жирное что-то оттуда как дропнется. Мне говорили, что лучше всего открывать контейнеры ночью, потому что из них типа ночью лучше выпадает. Я в этом, конечно, сильно сомневаюсь, но когда еще проверять, как не в 3 часа ночи на прямой трансляции? По-моему, самый лучший и самый подходящий момент. Ну что, ребят, открываем, смотрим, что там американец нам подарит. Ну, давай, братишка, давай, дай танчик, зараза, дай. Ох, ёбай! Это я запикаю. Концепт 1Б, десятка, брат, ты прислал мне только что концепт 1Б, которого у меня не было в ангаре. Бляха-муха. Ох, если бы не 3 часа ночи и спящие родственники, я бы сейчас выорался просто до неимоверного. Я просто в трансе. Ребят, беру, снаряжаю концепта, еду катать его на прямой трансляции с друзьями, которые вместе со мной сейчас ночь проводят. Вам, друзья мои, если хотите все это видеть вживую, подписывайтесь на канал, обязательно жмите на колокольчик и приходите на мои прямые трансляции. Да и плюс к тому, на этих прямых трансляциях мы, как правило, что-то разыгрываем среди зрителей, типа премиумных танков, наборчиков, либо золота. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.